34-й тур футбольной национальной лиги прошел в эти выходные. На своем поле «Химки» принимали ФК «Мордовию». Игру посетил глава городского округа Дмитрий Волошин. 90 минут упорной борьбы и красно-черные забили гол на 58-й минуте матча. Гости из Саранска смогли отыграться в добавленное время. Итог встречи – результативная ничья 1-1. ФК «Химки» занимает 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде. Игра с Тюменью 4 мая.